Полюбоваться морскими пейзажами можно и в Архангельске. 29 июля там откроется выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения Айвазовского. Он был официальным художником ВМФ. Именно поэтому выставка открывается в преддверии Дня военно-морского флота. Свои работы представят и северодвинские авторы. Главный экспонат на выставке – оригинальная картина Айвазовского из частной коллекции. Также будет представлена картина внука Айвазовского – летчика Константина Арцеулова. Он был в ссылке в Архангельске в 30-е годы. Несколько его работ так и остались там. Также в экспозиции представлены работы 15 известных архангельских и северодвинских художников, вдохновленных творчеством Айвазовского. Среди них картины Евгения Зимерева, Дмитрия Сергея Трубиных, Георгия Елфимова, Александра Кабина. Каждое произведение будет показано широкой публике впервые.